Готовлю десерт яблоки в тесте. Сначала берем яблоко, нарезаем кольцами. Удаляем сердцевину таким образом. Берем слоеное тесто. Я покупала готовое тесто в магазине слоеное. Раскатываем. Теперь тесто нарезаем на полоски. Берем наши кругляшки яблочные и наматываем тесто. Вот таким образом. Кладем наши яблоки в тесте на противень. И смазываем яйцом. Теперь сверху посыпаем корицей и сахаром. Я здесь перемешала корицу и сахар. И вот так вот прямо рукой вот так посыпаю. И все, отправляем в духовку при температуре 180-200 градусов, зависит от вашей духовки, примерно на 20-25 минут. Горячую духовку, конечно. И в конце, когда остынет, посыплю сахарной пудрой.